Меня зовут Шамрай Анастасия, ученица 93-й школы 9 А класса. Когда я стану взрослой, я решила работать хирургом. Я решила поступать на медицинский, в дальнейшем хочу связать свою жизнь либо с Петербургом, либо с заграничными больницами, так как там более большой профессиональный уровень. Я думаю, что больше всего проблем у взрослых. На самом деле взрослым намного сложнее, ведь им надо заботиться о тех же самых детях. Да, это мой отец, он может решить любую проблему. Обычно он пытается решить проблему мирным способом. Он всегда может помочь, поддержать, и в любых ситуациях он находит выход. Самое необычное решение в моей жизни – это, наверное, перечисление денег с моего телефона, всего моего баланса, на фонд поддержки детей, больных раком. Когда я стану взрослой, я, наверное, буду рассказывать детям о том, как не стоит себя вести в некоторых ситуациях, а о том, как им стоит это делать, они уже узнают сами, наверное.